Всем здорово, давайте поговорим о очень интересной и необычной модельке от SOG, называется киловатт. Понятно, по названию есть связь с электроникой, с электрикой в функциональном плане. Ну, помимо этого, что нож на борту имеет какие-то функции дополнительные, мне нравится первое, то что он стоит относительно недорого других моделей от данной фирмы, $50, и при этом его вес 93 грамма. Учитывая, опять же, все эти функции, я и дальше покажу, этот вес относительно небольшой. Длина клиночка 86 миллиметров. Толщина обуха около 2,5. Мне нравится вот такая форма расположения шпенечка, такое возвышение в клинке, тем, что здесь есть вот достаточное расстояние для пальца, для того, чтобы свободно его вставить и упереться об шпенечек. Некоторые модельки для меня лично в этом смысле не совсем удачные. Там вот слишком близко сам шпенек к рукояти расположен. Здесь такого нет. Видите, на одной стороне рукояти подпальцевые выемки. Удобно. При этом в сочетании с ними вот этот упорчик, он действительно, он даже внешне дает такой образ рабочего какого-то ножичка и хвата. Насечка здесь, ну, относительно удобная, рабочая. Шпенечек с одной стороны, друзья. Давайте теперь пройдемся по дополнительному функционалу. Не забываем, нож называется киловатт. В закрытом состоянии поднимаем эту часть и вставляем в нужный нам диаметр провод. Здесь напротив каждого диаметра есть обозначение, но почему-то, если диаметр идет на спад, здесь обозначение нарастает. Не знаю почему, возможно, за границей, в Америке или где-то еще обозначение как-то понимается по-другому. Вообще, по всей площади ножа какие-то обозначения интересные, возможно, они что-то обозначают, я не электрик, не знаю. То есть, с помощью этого дело можно действительно снимать, если вы правильно подберете по диаметру изоляцию с проводов. Единственное, что нужно это делать все-таки с одножильными проводами, потому что я знаю отзывы людей, там где несколько жил, немножечко повреждает металл провода, вот это дело. Вот. Ну, если аккуратно, правильно подобрать, я думаю, в ходе уже длительного использования и можно понять, как эта штука работает и с многожильными. Дальше, эти отверстия также выполняют эту же функцию, просто большего диаметра. Но здесь уже работает сам клиночек, видите? Сам клиночек, то есть мы его поджимаем и снимаем изоляцию с провода. Возможно, надо будет провод прокрутить просто и продолжить необходимые действия для вас. Здесь тоже интересная функция. Кто электрик, тот понимает. Давайте поближе покажу. Видите? Также два размера. Можно вставить проводок, прокрутить что-то. Очень интересный ножик. Мне понравился тем, что, опять же, цена относительно ножей SOG небольшая. Но кому нужно действительно вот эти функции, все собрано в одном ноже. То есть, в принципе, это мультитул маленький. И 93 грамма всего лишь. Нож достойный, интересный, удобен, кстати, в руке. Единственное, все-таки клипса вот эта, она немножечко все-таки врезается. Все-таки вот я сейчас надавлю хорошенько и попробую оставить след. Ну, вот в этом месте не получилось. Ну, вот здесь вот как-то вот наминает и очень ощутимо. Перчатки, конечно, не так, но неприятно, кстати. И к тому же ее нельзя отсюда удалить. Это минус. Но, в принципе, я не думаю, что этим ножом предполагаются какие-то силовые работы чрезмерные, там что-то долго стругать. Все-таки, если это киловатт, то где-то более какая-то интеллектуальная работа, размеренная, кропотливая, в плане силового хвата, наверное, это не к этому ножу в данном случае. Все, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, комментируйте, добавляйте что-то, буду рад общению. Напоследок скажу по
замочку. Ход клиночка хороший. На камеру не очень. Ход клиночка просто замечательный. По шайбам здесь второпластовые, но очень качественные, я уверен, стоят шайбы. Лайнер, конечно, тонковатый, хотелось бы потолще немного, но я думаю, что, учитывая все-таки общий размер ножа, его конструкцию, это все сбалансировано и будет очень долго и надежно работать. До связи, друзья, пока!